В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил различные телесные повреждения и госпитализирован в травматологическое отделение городской больницы. Предварительный диагноз ОЧМТ – ушиб головного мозга, перелом основания черепа, закрытый перелом правой ключицы. В настоящее время в отношении сотрудника полиции Балмукашева начато досудебное расследование по статье 345 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Нарушение правил дорожного движения».